Волжский комбайновый завод – одна из производственных площадок концерна «Тракторные заводы». Завод выпускает сельскохозяйственную технику под брендом «Агромаш». Гусеничный трактор «Агромаш 90 ТГ» позволяет бороться с лесными пожарами. С его помощью можно делать минерализированные полосы, которые отсекут пламя и остановят пожар. Вот этим зерноуборочным комбайном третьего класса «Агромаш 3000» тоже гордятся в компании. За один уборочный период он может собрать урожай 7 сотен гектаров. Также в линейке в ближайшее время появятся тракторы малой и средней мощности. Техника «Агромаш» не уступает зарубежным и отечественным аналогам по показателям качества и надежности. «Чуваши» является, наверное, сердцем тракторостроения в Российской Федерации. Вышли мы на большой объем производства техники. На сегодняшний момент мы производим порядка 40 единиц тяжелых бульдозеров, порядка 20 единиц «Агромаш 90 ТГ». В этом году мы произведем 60 зерноуборочных комбайнов. Это довольно-таки серьезный результат, с которыми мы гордимся. Техника под брендом «Агромаш» востребована в республике. В основном его используют фермеры, ведущие хозяйства. В начале месяца на международной промышленной выставке «Иннопром-2001» в Екатеринбурге состоялось подписание специального инвестиционного контракта «СПИК-2.0» по локализации концерном «Тракторные заводы» производства сельскохозяйственных тракторов малой и средней мощности. Это позволит запустить чувашии производство конкурентоспособных и востребованных на рынке тракторов класса 1 и 4.